Госдепартамент США считает тревожным то, что Россия говорит о сотрудничестве с Северной Кореей по программам, которые могут нарушать резолюции Совета Безопасности ООН, передает Reuters. Ну а главный редактор издания Defense Express Олег Катков считает, что несмотря на свою политику невмешательства, Китай может использовать КНДР для передачи своего вооружения в Россию. Ну и в финале этого информационного блока: Россия и Китай откажутся от санкций в отношении Северной Кореи, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Господин Юнус, я хочу услышать ваш комментарий вот относительно возможного и расширения сотрудничества России и Северной Китай, и какую роль в этом сыграет Китай. Ну, для начала мы должны понять, что собой представляет сегодня, именно сегодня, Северная Корея. Она 100% сегодня находится под контролем Китая. Подчеркиваю, Китая, не России. Именно Китая. И поэтому все то, что себе может позволить сегодня северокорейский лидер, вот, будет проходить под диктовку Китая. Самостоятельно они ничего делать не могут и не будут. Другое дело, надо рассматривать, а что же хочет Китай и как будет он действовать. Ну, Китай, естественно, будет действовать из той повестки дня, которая есть у Китая, и тех возможностей, которые он может использовать, пользуясь этой дубинкой, этой страшилкой. Вот. Как исторически против Южной Кореи и Японии, и против всего того, что в той или иной мере будет связано с Соединенными Штатами Америки. Китай, в принципе, так и поступает. Ну вот, мы видим, как сегодня противостояние Китая и Соединенных Штатов Америки выходит на определенный новый уровень. Это же не вчера началось и не позавчера. Это давным-давно. Это в доктрине национальной безопасности США. Это усилилось во времена администрации Дональда Трампа. Администрация Байдена продолжает эту же политику. С теми же нюансами. То есть это единственный момент, где, так сказать, позиции предыдущей администрации и нынешней совпадают. Но это как будто бы совпадает и с двупартийным истеблишментом здесь в США, антикитайская, так сказать, доктрина. Естественно, и при всем при этом Китай является важным экономическим партнером США и Евросоюза в целом, 1,5 триллиона товарооборота в сумме. Ну, конечно, политика сдерживания, никто ее не отменял. Она всегда была. В большой политике она всегда существует. Поэтому если сначала мы кого-то создаем, тот же Китай, Америка создавала это чудо в 70-е годы, вот этой политикой, там, Никсон, Киссинджер, Дэн Сяопин. И вот создали это экономическое чудо, и теперь они боятся этого экономического чуда, которое так быстро развивается. А оно еще развивается и не только потому, что они вот так, закрыв глаза, его создавали. Потому что они не занимались постсоветским пространством, вообще всем миром глобальным после противостояния Советский Союз США. Ну, победили США, ну, победили Советский Союз, развалили Советский Союз. Ну, так дальше надо же было переформатировать этот мир, политические институты, новые правила какие-то создать. Но этого же не делали. А параллельно с этим вот Китай развивался. Россия, видите, поменялась, и внутри спецслужбы пришли, другая стала. А тут другие страны тоже стали развиваться, поднимать голову. Появились вот такие страны: Бразилия, Индия, Турция, африканские территории, страны по-другому, там же тоже много чего есть. Поэтому этим всем надо было же заниматься. А как этим заниматься? Ну, никто и не занимался. Вот без Хосвята места пусто не бывает. Ты оттуда ушел, ты зашел непонятно в Афганистан, 20 лет там был, ушел с Ближнего Востока, зашел туда, уходишь. И поэтому это все в конечном итоге вот привело вот к этой турбулентности на планете. Я так и поверхностно прохожу, понимаете? Потому что, чтобы это каждый подробно все это описывать, это нужно передача за передачей, понимаете? Объяснить тему Японии, Южной Кореи, тему объяснить, почему американцы там АУКУС создают, там Австралия, Новая Зеландия, вот это все, почему Филиппины, Вьетнам, это все, почему вокруг Тайвань, это все происходит, как используется, как вообще Гонконг они проглотили, и теперь они хотят также Тайвань проглотить, а как американцы сопротивляются этому, то есть, а с Гонконгом это сработало тогда, потому что это не вызывало таких против, а сегодня это вызывает у них боязнь, поэтому это все, опять же, тогда тема Тайваня в 70-е годы была использована на противоходе, да, сыграли с Советским Союзом, и тогда поменяли Тайвань с этим Китаем в Совете Безопасности, тогда это было выгодно американцам. Сегодня точно
так же тема Тайваня стоит между американцами и китайцами. Как будто бы они признают, что это китайская территория. С другой стороны, только на словах, да, а в реале там совершенно все по-другому происходит. А половина Тайваня хотела бы вернуться в Китай, а половина совершенно проамериканская, так скажем. И поэтому, естественно, эти там кровь пьют, а мы здесь будем кровь пить. А тут еще война, вот эта российская авантюра против Украины, это тоже. А до этого Америка использовала ту же Россию как фактор сдерживания. До определенного момента это как будто срабатывало, пока в той же России не пришли к власти другие силы, и которые после 2007 года заявили свои претензии на новый многополярный мир. И Китай, с одной стороны, в этом плане. И поэтому вот эта игра в конечном итоге привела к тому, что Россия подставилась. Россия подставилась, и теперь Китай хочет это грамотно использовать и проглотить, и эту территорию взять под свое крылышко, включая другие территории, которые находились исторически под зоной влияния той же России. Я имею в виду и Беларусь, и Иран, и многое другое, да, что было, вот и страны, и Казахстан, и Узбекистан, вот это все. Поэтому мы видим же, эти процессы идут. А что такое Северная Корея? Это дубинка, да, такая. Там тоже с ядерной дубинкой кто-то есть, и вот он тоже самое. Может, если бы там не было бы Южной Кореи и не было бы, так сказать, Японии, ну, мало кто на нее обращал бы внимание. А тут там же все-таки это есть зона интересов Соединенных Штатов Америки, и поэтому, значит, это головная боль. Значит, давай мы будем усиливать себе эту головную боль. Ты нам кровь пьешь там в Тайване, а мы тебе здесь кровь попьем. Вот, другое дело, другое дело. Китай понимает, что есть красные черты. И американцы тоже понимают, что есть красная черта, потому что сегодня с Китаем идти на горячую фазу не выгодно ни американцам, ни китайцам. Ну, деньги такие. Вот заметьте, как они реагировали на вот та же Европа, на санкции и на эту войну. В самом начале что они хотели сделать? Ну, восстановить. Они ездили толпами туда, в Москву, и увещевали его. Да? Как ты ломаешь это? Мы 20 лет с тобой деньги делали, а ты вдруг на все ломаешь, сук, на котором сидели. И им пришлось вот это за год с лишним, посмотрите, да, энергетическую политику и все остальное, все менять. И по сегодняшний день еще не поменяли. Миллиарды еще тикают из Европы в Россию, туда и обратно. То есть люди деньги делают. Сегодня 4 олигархам отменили санкции. Заметьте, да, как это работает? Так просто это же не делается. Значит, где это все работает, все эти механизмы? В разных областях, да, просто за этим внимательно, когда ты следишь, ты начинаешь понимать, насколько это прогнило, пролезло это туда. И поэтому они так нехотя сегодня вот сдают эту же Россию, да, этот же коллективный Запад сдает. И сдавая эту Россию, они же понимают, что сдаем Россию, а что мы будем, кем мы будем сдерживать? Тот же Китай, да? Ну, Индии, ну, естественно, вот работают сегодня с Нарендра Моди и проявляют ему там уважение, там, и приезжают ему в Дели, приглашают его здесь в Америку, посмотрите, как его здесь увещевали, закрыли глаза на то, что кто он и что он. Он же популист, до мозга костей. Он бомбу незамедленного действия под ту же Индию закладывает, да? В плане того, вот меняет название этой страны. Это же не просто так это, да? Они, это их название, это историческое. Но надо же посмотреть на национальный состав этой страны. И то, что он предлагает, и то, что это, допустим, 600 миллионов тебя поддерживает. А остальной миллиард, они против этого? Значит, это не просто так, это взорвется. Это же та же территория, которая... Великобритания от этого отказалась. Это там же и Пакистан, Шри-Ланка, Бангладеш. Это все так было. Поэтому там, когда вот такие национальные вопросы не решены, это взорвется. Рано или поздно. Но американцы, опять же, видите, закрывают сегодня глаза. Они ему в свое время, он был когда губернатором Гуджарата, они запретили въезд в США. Стал премьер-министром. Посмотрите, как они его принимают здесь. Поэтому вы должны понимать, какая идет политика и какая идет игра. И Китай то же самое эту игру делает сегодня. Просто другое дело, я думаю, вот смотрите, да, Франция сумела разрулить тему с баллистическими ракетами. Я так думаю, это Франция сделала, и Европейский Евросоюз вместе они сделали то, что баллистические ракеты не долетели до вас. Американцы надавили и решили этот вопрос. Потому что одно дело шахиды, другое дело баллистические ракеты. Вот, потому что европейцам тоже это невыгодно. И в первую очередь тем же французам, потому что французы заинтересованы. Самая близкая страна для Ирана на территории Европы – это Франция, не забывайте. Революция исламская происходила из Парижа. Хомейни прилетал на самолете Air France из Парижа в 79 году в Тегеран. И всю революционную свою деятельность он делал именно там. Надо просто это понимать. Поэтому по сегодняшний день Франция с Ираном вот в таких тесных отношениях. Далеко не случайно, это уже другой вопрос. Та же Франция и Иран сегодня в тандеме поддерживают Армению. Парадокс. Франция поддерживает Иран. Иран поставляет шахиды России. Россия бомбит это шахидами Украину.
А потом Франция говорит, она поддерживает там уже Украину. То есть понимаете, как работает эта геополитическая машина. И когда вы это понимаете, тогда вы понимаете, почему в 2014 году так произошло с вами, почему с грузинами так произошло в 2008 году и так далее и тому подобное. Поэтому, возвращаясь к Китаю и к Северной Корее, я не думаю, что сегодня Россия может там что-то самостоятельно что-то делать. Вспомните, когда Шойгу приехал туда, рядом стоял китайский представитель. Премьер-министр, кажется, там находился китайский, да? Вот. И без разрешения, без санкций Китая они ничего делать не будут. Теперь насколько Китай разрешит, насколько Китай разрешит Северной Корее дразнить США, мы это увидим в ближайшее время. Потому что я не сомневаюсь, что Соединенные Штаты Америки с Китаем на самом высоком уровне работают для того, чтобы разруливать ситуацию. На что-то они закроют глаза, но на что-то они не закроют глаза. Поэтому то оружие, которое сегодня Северная Корея поставляет, это не вызывает такого сильного беспокойства, потому что у них нет тех объемов всего того, что нужно России. Россия, например, за 2020 год, говорят, потратила 10 миллионов при наличии 2 миллионов у себя. Откуда она возьмет эти 8 миллионов? В Северной Корее этого нет. Китай на это не пойдет. Что-то дать со стороны они могут это сделать, так же, как шахиды с того же Ирана, да? Но, с одной стороны, я еще сижу, думаю, а вот если что-то сделают такое, или с Ираном было бы сделано, или с Северной Кореей было бы такое сделано, я думаю, это еще больше усилит важные поставки со стороны Запада той же Украине. Поэтому не стоит беспокоиться на тему Северной Кореи и каких-то поставок в ту сторону. За этим внимательно следят, и Украина от этого не пострадает. Украина в любом случае альтернативу со стороны Запада на это она получит. Можете не сомневаться. Просто это игра между Китаем и Соединенными Штатами Америки вот по всему этому шарику, включая и здесь. И здесь, и Северная Корея – это та дубинка, которую Китай будет использовать в игре с Соединенными Штатами Америки. Официально Китай занимает такую нейтральную позицию и даже журит, там, что нельзя использовать там, ядерное оружие. Нет ли риска, что в какой-то момент, или по-другому спрошу, в какой ситуации могло бы это случиться, чтобы Китай занял антиукраинскую позицию? Есть ли такой риск или нет? Я не вижу такого риска. Я не вижу такого риска категорически. Потому что Китаю это никак не выгодно. Китай сегодня экономически очень сильно зависит от США. Идут контакты на очень высоком уровне. Госсекретарь, министр финансов, министр торговли работают тесно в контакте. И я так понимаю, что сегодня у Китая такие проблемы внутри своей страны, что это им даром. Они и Тайвань не будут завоевывать военным путем. Это им тоже не нужно. Они этот Тайвань планируют взять так же, как взяли Гонконг. Вы что, видели Китай, чтобы где-нибудь воевал? Нет, Китаю это не нужно. У Китая совершенно другой менталитет, другая тактика. У современного этого Китая. Я не думаю. Просто мы должны это понимать. Мы просто, понимаете, оцениваем Китай с точки зрения своего менталитета, так скажем, да. Вот, например, а это неправильно. Вот вы, украинцы, оцениваете тот же Запад с точки зрения украинского менталитета. И видите разнобой. А у них другой менталитет. Даже у старой и новой Европы другой менталитет. Новая Европа прошла через Советский Союз, через Варшавский договор, а эти не прошли. Понимаете? Поэтому мы должны это все понять. Китай – это вообще другая цивилизация. И ежели мы правильно это поймем и правильно будем это оценивать, ну тогда и мы будем делать правильный анализ и правильные выводы из этого. Так что я не думаю, что будет то, что вы говорите. Китай будет на китайской позиции. Он не будет никогда ни на американской, ни на проамериканской, ни на пророссийской, ни на проукраинской позиции. Он будет на прокитайской позиции. Он был вчера на этой, но сегодня и он завтра так будет. Потому что это они считают, они поднебесные. Это там другой менталитет. Посмотрите, у них в школах, в детских садах, в семьях, чему учат. Они по-другому воспитывают свое общество. Если мы это будем хорошо знать, тогда мы будем понимать, что стоит от них ожидать, что не стоит ожидать. Поэтому я не вижу даже в перспективе ни войны за Тайвань, и я не вижу того, что они, как вы говорите, они могут встать на антиукраинскую позицию. Они будут просто на своей позиции, просто надо сделать так, чтобы политическая конъюнктура сделала так, чтобы китайский нейтралитет был бы выгоден и ближе Украине.
Спасибо большое. Уважаемые зрители, в комментариях, пожалуйста, пишите, где вы нас смотрите, постоянно вы там живете или временно. Не забудьте нажать кнопку «Лайк», «Нравится» под этим эфиром, для того, чтобы YouTube рекомендовал к просмотру другим пользователям тоже. Ну и не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал. Следующий информационный блок касается Крыма. В ночь на 14 сентября СБУ и ВМС провели спецоперацию во временно оккупированном Крыму возле Евпатории, в результате которой был уничтожен российский комплекс ПВО «Триумф» стоимостью более миллиарда долларов. Российский большой десантный корабль «Минск» полностью уничтожен в сухом доке Севастополя во время ракетной атаки в ночь на 13 сентября. Об этом сообщила нидерландская мониторинговая группа, причислив судно уничтоженным. Также в ночь на 13 сентября вооруженные силы Украины уничтожили подводную лодку «Ростов-на-Дону», там же под Севастополем. Удар по подводной лодке – уникальнейшая спецоперация, которую до этого не смогли осуществить ни одна армия за всю историю. Говорят военные эксперты, оценивая высоко работу вооруженных сил Украины. Это вот буквально события последних дней, вот ночь на 13 и 14 сентября. Господин Юнус, можно ли считать, что вот это все активная фаза в большом и сложном процессе деоккупации Крыма? Да, можно считать, что Украина показывает свою решительность в этом вопросе. И сакральность темы Крыма, она ушла уже в мусор истории. Я имею в виду российская сакральность, вот, о которой они говорили. Она уже ушла, и Украина вот своими этими действиями, такими конкретными, жесткими, она это открыто демонстрирует. И сегодня я слышал официального представителя офиса президента, который сказал, что из трех позиций там это состоит. То есть бомбить инфраструктуру, в первую очередь логистику, тот же мост, вот этот Керченский или Крымский, как они называют, вот, Черноморский флот. Точно так же и все возможности противовоздушной обороны, включая вот этот «Триумф», это лишнее тому наглядное подтверждение. Да? И когда ты все это с военной точки зрения делаешь бесперспективной, ну, все остальное уже на тарелочке, именно когда это сегодня уже делается, сегодня в разгар украинского контрнаступления, к которым так критически многие относились, и на Западе тоже, заметьте, как сегодня поменялась тональность. И все начинают понимать, это еще при отсутствии многих составляющих, нужных для этого же контрнаступления, включая F-16, Атакамс, Таурус. И мы понимаем, что это все в ближайшее время будет. Ну, Атакамс и Таурус точно будут в ближайшее время, уже будут работать. И то, что вы там уничтожаете, это не только же «Нептунами», это и «Шторм Шедов» работает. Поэтому мы понимаем это все, насколько это серьезно. И слушая здесь, в кулуарах, в Вашингтоне, уже тех и ваших настоящих союзников, и тех, которые были немножко скептически относились, я вижу, как тональность у многих меняется, у многих настроение повышается, и начинают понимать, что да, а у России же нет никаких успехов. Они обороняются просто. Они просто слепо обороняются. Но у них других вариантов нет. В политическом плане мы видим, где находится сегодня президент России, с кем он встречается. Мы это видим. И мы, когда это все видим, мы начинаем понимать, что вот эта вся машина, экономическая, политическая, правовая, я уже не говорю военно-техническая, вот этот весь каток, он идет на медленное удушение и изоляция, и вот поэтому идут, и смотрите, мы говорим об оружии, и президент России, постоянно член Совета Безопасности, ядерная держава, как они говорят, общается с Северной Кореей, и это преподносит всему российскому обществу как успех внешней политики. Это до чего докатилась современная Россия? До чего докатилось, что это... Даже это, ну ладно, в советское время, когда Брежнев там встречался с Патрисом Лум, с этим, как его там, с Робертом Мугабе там, или с Менгисту Хайле Мариамом там, с какими-то лидерами там в Африке или где-то, или с тем же Даниэлем Ортега встречались, ну, с такими, которые вообще да, на политической карте мира ни экономической составляющей, ни войны, ничего у них не было. И сегодня один изгой встречается с другим изгоем,
и это видят в России в том числе. Да, на Западе это все понимают. Но когда сами россияне, которые ну, буквально 20 лет назад, 30 лет назад, они, особенно после развала Советского Союза, они так спокойно ездили в Европу, когда они к ним ездили, когда вот это все происходило, они думали, вот, на, слава богу, железный занавес кончился, и все, мы сейчас заживем. И вдруг на тебе опять 25, Советский Союз 2.0, опять железный занавес, Евросоюз принимает санкции, уже на собственных машинах в Европу заезжать нельзя, уже предметы туалета, и уже даже не знают, что разрешат, что не разрешат, потому что, а что вы думали? А что вы думали? Вы будете творить это зло в центре Европы, сотнями тысяч, подчеркиваю, сотнями тысяч будут там люди погибать с обеих сторон. С обеих сторон, подчеркиваю, потому что и российских там солдат, говорят, 300 тысяч только погибло. А уже я не знаю, а сколько раненых, а сколько без вести. Это, представьте себе, да, это до какой суммы это доходит. И что за это никто отвечать не будет, никакой реакции не будет. Это еще вы должны молиться, что по сегодняшний день они так медленно реагируют, что через полтора года они закрыли эту тематику. С первого дня этой войны, если бы они это закрыли бы, они просто не закрыли, потому что им невыгодно. Они медленно, медленно так поворачивались, чтобы удара себе не нанести. Да? А по мере того, как они уже обезопасили себя в газовом вопросе, по многим другим вопросам, и они начинают дальше завинчивать. И вы дойдете до того, что вы будете отдыхать сегодня. Где? В Северной Корее будете отдыхать. А куда еще вы поедете? Ну, значит, на своей территории будете отдыхать. Той же Сибирь, Байкал, там вот огромное количество этих мест. И железный занавес опять 25. В 21 веке Россия, вам это надо было? Зачем вы это сделали? То есть вот это надо понимать. Поэтому, конечно, когда вы меня спрашиваете, что делать? Так уж карты так легли. Поэтому каждый должен отвечать за свои ошибки и делать выводы. И вы, украинцы, в том числе. И то, что вы сегодня делаете в отношении Крыма, то, что вы сегодня можете делать, то, что вы не могли сделать год тому назад. Подчеркиваю, именно год тому назад. Я уже не иду глубоко с 2014 года, да? И я, у нас вот, я только что был в эфире, я вспомнил азербайджанскую поговорку, на другом канале был. У нас говорят «Шар демесан хейр олмас». То есть плохо не скажешь, хорошего не будет. То есть плохо не произойдет, не будет хорошее. Да? То есть в этом плане между добром и злом. Да, мы должны видеть черно-белое, вот это все понимать. Если бы не была бы эта авантюра, которую Россия спровоцировала, да, вот у вас сегодня этой реальной возможности вернуть Крым, может быть, и не было бы. А сегодня появилась эта реальность. А вот представьте себе до этой авантюры. Какие разговоры были на Западе, законсервировать, оставить на потом. Ну, вспомните, да, мы же это видели везде. Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах. Азербайджан это сделал, минуя западную волю, волю Вашингтона, волю Брюсселя, волю Москвы. Готовился, медленно, но верно, союзников собрал. И мы поломали эту машину. Грузины еще не смогли это сделать. Молдаване это еще не смогли сделать. И вы этого не могли сделать. Но вам вот сегодня эта провокация дала эту возможность, и вы сумели в самом начале выстоять, спасти Киев, Сумскую, Черниговскую область, разбудили Запад. Они зашевелились, США вмешались. 3% бюджета Пентагона, почитали, да, 3,5% посчитали. Мне это так резануло, думаю, 3,5% Соединенные Штаты за эти полтора года потратили на эту войну, бюджета Пентагона. Вы можете себе представить, и каких результатов вы добились? А если они потратили бы 13,5%, 20%, война закончилась бы. Вот о чем идет речь, да? Я поэтому, когда... Ну, и тихо-тихо движение же идет по увеличивающейся. Мы, вспомните, полтора года назад вам ничего поставлять не хотели. Когда Хаймерс пришел, какой праздник был в Украине. Тогда в самом начале, помните, да, Хаймерс? А сегодня уже вы недовольны тем, что еще F-16 не летает в небе. Вы знаете, что они будут летать, но вы недовольны. А тогда, как вы радовались Хаймерсу, посмотрите, как вы поменяли эту динамику за полтора года. А это не за красивые глаза нет, получилось. Это за счет вашего упорства, вашего героизма. Вот поэтому, когда... И вот именно тема Крыма и ваше отношение к этому Крыму, вот ваша решительность в решении этого вопроса, это тоже, конечно, о многом говорит. Не только для вас, для украинского общества, не только для России, российского общества, но и для всех тех в мире, которые должны понимать, ну, как будут развиваться события, и что можно предлагать Украине,
давить на Украину, а что Украина никогда на это не пойдет. И поэтому вы должны вот эту красную черту, которую указ президента ваш Зеленский дал, на предмет того, что никаких переговоров, да, никаких спекуляций на тему суверенитета, территориальной целостности. Вот придерживайтесь этого указа. Если вы, эта красная линия, все это усвоят, тогда у вас никаких проблем не будет. И Штормшедов, и Атакамс, и Таурус будут окончательно решать проблему Крыма. Может быть, не обязательно там же все бомбить? Надо вот это все, что третий пункт инфраструктурных, решить. И тогда, конечно, политики сядут за стол, и можно будет окончательно решить возвращение Крыма и Донбасса в политическое правовое поле Украины. Я не сомневаюсь. Вот я так вижу развитие этой ситуации. Господин Юнус, вы несколько раз использовали термин «провокация». Вот, мне кажется, терминология, она важна. Мы все-таки называем это кровавой войной, геноцидом украинского народа со стороны Российской Федерации. Ну, вы, конечно, правы, когда вы это так говорите, понимаете? Я, когда говорю, это провокация, авантюра, я знаете, что имею? Вот, например, Советский Союз напал на Афганистан в 79 году. Это была авантюра, да? Ну, это была агрессия, это много терминологии. Нет, я лишь уточняю это для того, что как слово провокация, оно как-то сглаживает. Я имею в виду с политической точки зрения, я имею в виду провокация, вот, например, да, мы же не знаем, что побудило Россию, президента России принять это решение напасть 24 февраля. Он же был уверен, что будет блицкриг. Если бы он не был бы уверен, он на это не пошел бы. Если бы он уверен, увидел бы вот такой результат, как сегодня, ну, вы что думаете, он пошел бы на это? Никогда в жизни. Значит, что-то его спровоцировало. Я с этой точки зрения это назвал провокацию. Кто-то спровоцировал его. А кто? Западная разведка? Может быть. Кто-то, какие-то башни Кремля внутри? Тоже может быть. Для того, чтобы как-то... Ну, Советский Союз же как-то раскачали. Во времена Горбачева тоже много чего произошло. И в Афганистане тоже много чего происходило. А потом позорный уход оттуда. И развал Советского Союза. Спецслужбы не поддержали Кремль на тот момент. Противостояние Кремля и Министерства обороны и спецслужб, они происходили тогда. Это сегодня есть. Поэтому это все такие тайны, которые происходят для нас всех. Мы это не видим. Но мы должны понимать, что что-то послужило, спровоцировало. Вот так просто сидеть же это не можно, потому что с 2014 года это же был вялотекущий процесс. И этот вялотекущий процесс просчитывался. Вот я сделаю... Я выступлю в 2007 году в Мюнхене. Посмотрю, как они прореагируют. Никак не прореагируют. Я пойду, аннексирую Цхинвальский регион Грузии. Спровоцировал? Ничего. Съели. Они со мной пошли на 2009 году Северный поток 1 заключает. Все нормально. Работает. Значит, я пойду дальше. Без единого выстрела взял Крым. Я начал там провоцировать эту ситуацию. Они пришли, сказали украинцам, не надо стрелять. И Обама, и все остальные, да, вот эти. Что? Я к тому говорю. И вот аппетит к нему пришел во время еды. И он был уверен, что если он пойдет, Запад и это съест. К ним уже приехали и Макрон, и Шольц, и Драги тогда был, бывший премьер-министр. И уговаривали же вас. Я извиняюсь. Сдаться. Уговаривали. Вы не пошли на это. И вот мы сегодня видим такую ситуацию. Я к чему это веду? Чтобы, когда я говорил провокация, я имею в виду вот такая целенаправленная провокация, которая привела к настоящему геноциду против украинского народа. То есть, если бы он собирался бы заниматься именно этим, он это сделал бы в 2014 году. Но ситуация тогда не дала ему такой возможности. Почему? Потому что он думал, ну я тихо-тихо, да, так, ну я это все сразу не проглочу. Я медленно вот так проглочу, а то потом уже в конечном итоге и тут всю страну. А теперь ему приходится вот таким образом это все сдавать. И чем больше он сдает, тем больше преступлений, да. Поэтому в конечном итоге а политическую оценку всей вот этой авантюре, вот всему этому государственному преступлению, и всему вот этой политике, как вы правильно говорите, я согласен с этим, я имею в виду геноцида против украинского народа,
Ну, это мы говорим, да, правильно? Ну, это должно быть подтверждено международным трибуналом. Потому что все то, что, например, в отношении Холокоста, например, евреев было, оно прошло через Нюрнбергский процесс. Вот все то, что международно-правовая оценка, включая и терминологию, это все прошло через Нюрнбергский процесс. Поэтому мы можем точно так же сегодня говорить все, любой термин сегодня здесь подходит, с нравственной точки зрения, с человеческой, мы имеем право на это говорить. Но я это оцениваю с политической точки зрения. Да, я хочу вам объяснить, как я понимаю. Авантюра, провокация, вот в моем понимании, поэтому я пользуюсь этой лексикой. А когда придет время и пройдет этот трибунал, тогда все станет на свое место, и все государственные преступники получат по заслугам и по той терминологии, которую они заслуживают. Вы сказали, что вот россияне будут отдыхать, значит, в Северной Корее, ездить в Иран, можно предложить им, не знаю, ну, в Беларуси они еще могут, да, в Беловежскую пущу поехать. Я знаю, с каким уважением и пиететом вы относитесь к Турции, поэтому я хочу спросить вас, а что должно случиться, чтобы россияне не имели доступа к курортам Анталии и другим турецким курортам? Ну, а кроме курортов в Анталии они никуда не ездят, они на Кипр не ездят, они в Испанию не ездят, они больше никуда не ездят. Они по всему миру. Вот в этом и вопрос. Поэтому расширьте вопрос, да, когда вы говорите конкретно, что вот именно разговор идет об этом, когда мы увидим единую политику коллективного Запада, и Турция является частью этого коллективного Запада, когда коллективный Запад будет, ну, как вам сказать, логичен и системен 100% во всем, и в экономической, и в политической, во всех политиках, и как внутри самого себя, так и в отношении целей их и задачей своих же институтов, тогда и можно ожидать от каждого отдельного члена этих институтов, ну, единой политики, да, поддержки вот этой системной политики. А этого же мы не видим. Мы этого не видели за все годы после развала Советского Союза. Мы это не видим внутри Евросоюза. Мы это не видим внутри того же НАТО. И поэтому мы это не видим между старой Европой, новой Европой. Мы это не видим внутри того же НАТО. Противостояние идет, посмотрите, Великобритания, Турция, новая Европа с одной стороны, Франция, Греция, Германия с другой стороны. Особенно Франция и Греция, против той же Турции. То есть, опять же, да? А они все члены НАТО. Mm-hmm. Они все члены НАТО. А Америка наблюдает. Тихо-тихо использует. Этих против этих, этих против этих. Вот сейчас вот эту войну также использовала. Сегодня в этой войне больше всех на территории той же Европы, со всех точек зрения, снимает сливки Соединенные Штаты Америки. И в энергетическом вопросе, и в политическом вопросе. Но это же надо понимать. Поэтому, когда мы видим эти геополитические процессы, все эти перетурбации, мы должны понимать, какие интересы у той или иной страны. На этой войне все зарабатывают. Все, кроме Украины. Кроме Украины зарабатывают все. Вот нет ни одной страны, которая... Кто-то зарабатывает политический дивиденд, кто-то зарабатывает экономический дивиденд, кто-то использует это военно-технические поставки, военно-промышленный комплекс, заработал на мощную катушку, больше всех, опять же, здесь, в Соединенных Штатах Америки. Уже это видим. На России все зарабатывают точно так же. Китай зарабатывает, Индия зарабатывает, Турция зарабатывает. Все зарабатывают. Стригут по полной программе, пользуются моментом. И никто их не вправе обвинить. Европа по сегодняшний день с Россией торгует товарооборот между Евросоюзом, который принял уже более 10 санкций, да? Посмотрите, на какую сумму. И посмотрите, вот вы говорите, Турция и Россия. Турция там где-то 67%, 67 миллиардов сегодня. Там нет, они хотят до 100 миллиардов довести, но сегодня 67 миллиардов. Это мизер по сравнению с тем, что сегодня зарабатывает Евросоюз с той же Россией. И вот вы мне задаете на эту тему вопрос. А по поводу того, почему продолжается это, не задаете вопрос. Почему? Потому что в средствах массовой информации это по-другому работает. А я эксперт. Мало ли, что я с пиететом, как вы говорите, отношусь к Турции. Я с пиететом отношусь и к Соединенным Штатам Америки, и к Азербайджану. Но я Турцию сегодняшнюю поддерживаю, потому что она правильно сегодня ведет себя. А Турция, которая была до этого, она вела себя неправильно. Вот она, предыдущая Турция, продала мой родной Азербайджан в Первой Карабахской войне. Не поддержала. Пошла на сделку с Россией.
Америка не поддержала. Давайте чуть подробнее, с вашего позволения, об этой теме поговорим. Точнее, не о поддержке или не поддержке Турции, а о том, что происходит сейчас. Нет, я просто совершу ответ на этот вопрос, чтобы не выглядело, что я ушел от ответа на этот вопрос. Турция сегодня, она региональная держава. Географически, все то, что происходит в зоне Черноморского бассейна, это зона ее стратегических интересов. Исторически она воевала здесь с той же Россией. 12-13 войн, вы это знаете. Исторически это противники, стратегически это противники. Они сегодня ситуативно вроде бы сотрудничают по некоторым моментам. Сотрудничают. Не забывайте, последний раз они столкнулись в 2015 году. По сегодняшний день у них это происходит спорадически. То в Ливии, то в Сирии, то теперь, видите, на Южном Кавказе, как там жареным запахло вновь. Это все говорит о чем? Что это заклятые, так называемые, ситуативные друзья. Каждый держит ятаган, кинжал за пазухой, ждет момента. Ну, сегодня вот так эта карта легла. Поэтому Турция будет защищать всю эту территорию ровно так, как ей выгодно. И она это делает. Она Украине поставляет оружие? Поставляет. Она Украину поддерживает политически, на всех институтах, дипломатически делает. Она отпускает ваших героев Азова? Она это делает. И много чего другого. Но она же это должна делать, исходя из своих интересов. Вот США вас поддерживают, да? Они же вначале не поддерживали, самолет предлагали. Но сегодня уже поддерживают где-то на процентов 50-60. 3% вам дали. Значит, они считают, что на 50-60% поставками, 3% из бюджета, это соответствует интересам Америки. А вы спросите у украинцев, это соответствует? Нет, вы же сейчас все скажете, мало, не хватает. И правильно скажете. Но американцы же по-другому относятся. Так же и Турция так относится, так же и немцы относятся, так же и китайцы относятся. Все так будут относиться. Поэтому другое дело, вы должны понять, что должна делать Украина для того, чтобы усилить вот эту составляющую в мою сторону. Я как понимаю, что политика между двумя странами, я имею в виду конкретно Украину и Турцию, она идет в нужном направлении. Иначе последней такой встречи в Стамбуле между президентом Зеленским и президентом Турции не было бы на этом уровне. Можете не сомневаться, Турция, защищая свои интересы, она однозначно будет больше защищать интересы Украины, чем интересы той же России. Просто она не может не считаться с интересами России, потому что она имеет несколько очень таких жестких моментов с той же Россией. И это шахматная партия. И особенно на Южном Кавказе. Вы видите, как там сегодня горячо.